Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники и олуха. Так, заберем с тобой наши награды за четвертый день. Это у нас, получается, руны. Так, найти свечу. Сегодня было обновление, друзья мои, поэтому новые задания, сам понимаешь, да? Так, этого мы отправили. Давай-ка, древоруб, иди ищи древесину. Так, и мы, наверное, наших легендарочек пока прошуршим. Так, здесь забрали, отправили. Так, ищем дальше. Листочек. Все, как говорится, все понятно. Так, громилет у меня прокачался. Кстати, по поводу громилета, секундочку, у нас же... прокачалось, да, друзья мои? Угу. И мы можем теперь отправлять дальше прокачиваться драконов. Чего не хватает? А, древесины 65 миллионов нужно. Сейчас мы найдем. Вот, есть. Полетел обучаться, пацан. Так, тебе за рыбой, тебе за древесиной. Так, тебе за рыбой. Полетел. Так, кто у нас там еще будет прокачиваться, хочет? 188 миллионов обучить. Полетел. А сколько он будет тренироваться, интересно, мне знать, а? По времени. 17 часов, 5 часов. Ну, в принципе, не так, ребята, много, как я думал, там целые там сутки будут. Нет. Не сутки, так, слегонцушки. На пол ноги. На раскумарьте. На пол ноги, да? Смотрел этот прикол в ТикТоке? Так, ну что у нас здесь получается? Тут я ничего не буду делать. Здесь мы, наверное, сделаем вот так. Этого опять... Подожди, вернись. Сколько тебе нужно на прокачку? 265, блин. Чуть-чуть не хватает. Ладно, может быть мы сейчас где-нибудь насобираем с тобой древесины, и я, в принципе, отправлю. Так, этого надо опять, ребят, на тренировку отправлять. Так, древесина. Здесь тоже древесина. Тут у нас идет рыба, и тут идет древесина. Сколько? 387. Хорош там кричать. Кричит он мне. 630. Не, давай-ка я его, наверное, все-таки отправлю, ребята, на обучение. Пускай летит. Этого бы тоже не помешало бы, если честно. Но, блин, не хватает у нас. Теперь нам нужно будет очень много дерева для того, чтобы наших драконов начать прокачивать по полной программе. Понимаешь? Не все так просто. О, 225 миллионов дерева. Слушай, как раз, ребята, вовремя то, что нужно, да? Так, подожди, что с игрой? Что? Что с игрой? Смотри. Она ужасно, ребята, начала подтормаживать. А, вроде отпустила, да? Так, ну что у нас тут? 85 тысяч рыбы, вы серьезно? 85 тысяч рыбы? $300 миллионов надо. Чтобы чуть-чуть, ребят, прокачать. Ладно, я потрачу. Я потрачу и отправлю... Нет, давай никакие не приключения, а мы сделаем... Пускай он ищет шлемы. Шлемы мы до сих пор не нашли, ребят. Мы до сих пор с вами не нашли все шлемы. Нам там осталось не так уж и много, конечно. Сейчас посмотрим, чтобы точно тебе сказать, сколько нам еще понадобится. По-моему, 4, да, ребят, 4 шлема. А где вот это вот все искать? Я не знаю. По-моему, некоторые предметы находятся в паках, насколько я помню, да? Но этот пак стоит сотку. 100 монет Одина, насколько я помню.
Так, ну-ка. Тусклый интерь. И по итогу нам 100% выпадает тусклый интерь. Так ведь? Угу. Так, 34 штуки. Очень много. Прям трэш какой-то. Так, лети. Барсик, ну что ты мне принесешь? Руны. Барсик мне принес руны. Давай-ка иди. Там задирак какой-то непонятный. Так, здесь изучить яйцо. Пускай изучает. Так, что у нас тут? Грэм Гильда принесет. Ну, давай посмотрим. Нам приносит руны. 18 штук. Так, Грэм Гильда, я тебя, наверное, дальше отправляю в приключения. Вот сюда. Ну что, вроде бы здесь пока все. Давай глянем, что у нас тут. Полетел. И вот здесь. Тоже полетел. Сезонный абонемент. То есть получается. А, еще одна награда у нас уже есть. То есть будет две награды. Так? Так. Ну, давай. Так, ребят, две награды. Давай-ка смотреть. 120 железа. Щедро. И 30 рун. Тут какая-то, ребят, новинка. Это красочный шест с лентами. Но его нужно еще заработать. Его еще нужно заработать. Так, обмен. Блестящий янтарь. Давай дальше на обменочку. Так. А что вот это за обмен? А, нет, это я не хочу, спасибо. Пак. Давай-ка мы бесплатно заберем. Значит так, монеты Одина и... Громоль, кревет, древоруб. То есть, сам понимаешь, немножко ресурсов. Да ё-моё, так и тянет, а? Так, а здесь у нас что? Ну-ка. Жутко сад какой-то. Вот этот, ребята, вот этот вот пак, если не ошибаюсь, вот в нем как раз идут сокровища, как раз для выполнения заданий. Так что 100 монет Одина нужно накапливать. Ну что, здесь вроде бы все. Пойдем на арену. Нам нужно с тобой заработать 3 пака. И, наверное, 2 пака вождя. Я думаю, так будет сегодня, по справедливости. Так, ну что я вижу здесь? Чудовище, душитель и костолом. Офигеть, начал. Начал, ребята, буянить. А ты посмотри на него. Так, костолом ходит плюс душитель. Блин, неужели уничтожат барсика, а? Офигеть. Дело дрянь, друзья, потому что кто-то сейчас применит фаерболы, по-моему. Это кобздарики. Ну давай сделаю так. И остается костолом. Уничтожишь? Почти у него, ребята, получилось. Так, давай-ка мы хильнемся. И сделаем укус. Кого-то сейчас будет глушить. Даже так? Ну, извиняй тогда, парень. До свидос. Так, ребята, у нас очередной поединок. И здесь барсик плюс пристиголовый. И морозное чудовище, да, у нас тут еще? Ко всему прочему. Ну, барсик не страшен нам, в принципе. Вот то, что они втроем здесь сейчас ходят, это, конечно, неприятно. Уклонение. То есть не получилось ему заморозить моего кривоклыка. А вот сейчас мы будем, ребята, мстить. Так. Ага. Блин, попал. Посмотри, а. Этого в минус. Давай тогда залечим раны наши.
И я надеюсь, что Барсик все-таки выживет у меня. Да, выживет, 100% тебе говорю. Но... Да, блин. Ну почему ты не можешь добить-то его, а? Все, пока, парнишка. Так, ну и здесь, я так понимаю, древоруба надо в первую очередь вырубать, потом уже браться за креветы. Поехали. Попробуем с двух плюшек его вырубить. Ну, мне кажется, вряд ли, конечно, получится. Если бы была бы пониженная броня, то да. Ать. Фига он вырубает, ребята. Оу, оу, тихо. Блин, неужели завалят сейчас, а? Ты видел сам, да? Ты видел сам, что здесь произошло. Как они меня распинали здесь. Все основные атаки пришлись именно на... моего ветра... этого... штормореза. Фига ты. А ну-ка давай-ка вот так сделаем. Поехали. Так, сюда. Уничтожай своего другана. Мы сделаем так. Ну что ты там? Что ты там химичишь? Давай, добивай. Спасибо, а мы добьем его. Раз и два. Так, ну что, ребята, нам досталось три обычных пака. Один из них я уже начинаю открывать. И пак вождя. Первый. Так, Громель, Защитник, Шепот, Грамгильда. Так, выполнили еще одно задание. Ну что, ребята, за вторым паком вождя пойдем, что ли? Как говорится, нам терять все равно уже нечего. Да, я хочу начать бой, несмотря на то, что у меня все ячейки забиты. Давай пак возьмем. Блин, это опять этот, что ли, здесь будет? Как он там, Жнец? Дудец? Как его там звать-то, я уже забыл. Поехали. Начнем потихонечку. На, раскумарься. На ход ноги, да? Так, раз, два. Только не съедай энергию. Блин, сожрал все равно. А ты посмотри, а, какой обжора. Ну, я так не играю, ребят. Ну, что это? Надо этого кумарить. Блин, смотри, видишь, энергия? Сейчас отнимет. Сейчас отнимет. Трындец. Просто, ребят, трындец. Раз, два. Сейчас этот раскумарочку включит. Он не дает мне. Просто, ребят, накопить не дает энергию. Он ее гасит. Он ее в наглую гасит. Всю причем. Сейчас... А, вон куда он. Слушай, ну тогда шанс есть. Мы сейчас, наверное, хильнемся. Сделаем сюда укус. И получается, снижаем ему броню. И кривоклык на следующем ходу его, по идее, должен... А, не, нифига. Слишком мало почему-то у нас получается там по атаке. Ну ладно, сейчас, сейчас все сделаем. До свидания. Упс, извините, ребята. Вот теперь точно до свидания. Очередной поединок. И здесь я вижу, ребята, Ветрокрыл. Как бы мне он тут нафиг не нужен. От него надо избавляться. Но сначала все-таки от Громорога. Так, если мы сейчас с тобой накопим, предположим, фулл энергию, а я, в принципе, хочу это сделать, попытаться, по крайней мере, то было бы не... Блин, только не бафай, пожалуйста. Делать? Наверное, делать. Фиг ли ты его не добил? Я думал, добьешь, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот это уже опасно. Вот это уже опасно. Массовое, да? Черт подери. Ну и что делать? Сколько ему энергии дадут? Одну. Ну ладно. Блин, отравление вешает. Давай, короче, я сделаю так. Добьешь своего куреша? Давай, уничтожай его, пожалуйста.
Спасибо. Так, поехали, друзья мои. Раз. Два. Три. Как хорошо, что он в слепоте. Просто, ребят, хорошо, нам повезло. Нам повезло, клоняшка сработала, и мы его уничтожаем. На этом поединке у нас Громыль, Костолом и Хоферсон. Ну давай тогда, наверное, Хоферсона в первую очередь попробуем ушатать. Попробуем его, как говорится, взять тепленьким. Так, и Кривоклык сейчас его уничтожит. Ой, Барсик. Так, Костолом на глушняк пошел кого-то делать. Это Барсик. Так, этот готовит фаерболы свои, да? Тут два стража. Блин, все равно Барсику крышка. Я его не спасу. Это сейчас фаербол. Ну да. Пройдоха несчастный. Как ты мне дорог, а? Этот Громыль, блин. Ну что, а с этим-то что будем делать? М? Ядрен Матрен, ты посмотри, сколько он оставил хп, ребят. Нормально? Офигеть. Давай свой этот разбег делай. Применяй, отлично. В холостую, ребят, он его тратит. Теперь пробуем так. Так. И добивка. До свидания. Ну что, ребята, вот у нас и второй пак вождя уже созрел. Давай открывать. Шторморез. Дымодышащий, звездрык, Ищейка. И все. На сегодня, друзья мои, это все у нас получается. Да? Да. Ну что, как обычно, ребята, как будет какое-нибудь событие, прошу меня об этом уведомить. Уведомить в сообщении в личном. Так, от тебя-то что, интересно? Хм. Странно. Ну что, ребятушки, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.